воскресенье, 9 вечера, а это значит, что в эфире шоу «Однажды в России». Здрасте. Оля, ты что так долго? Почему опаздываешь? Да это капец. Я пока в очереди в банке отстояла, я пока документы на визы подала, потом пришлось все переделать. Оказывается, я на фотографии слишком счастливая получила. Хватит, хватит. Оля, ты сейчас расскажешь все наше шоу, ничего будет показывать. Вы смотрите шоу «Однажды в России». Давайте начинать. А новый эти сезон. Пробки из людей в метро. Оля, новый сезон. Это поехали, капец. Поехали. Я тебе... Кинокомпания «20 век Фукс» представляет фильм российского кинорежиссера Александра Фукса при участии Валентины Фукс и Александра Фукса-младшего. При финансовой поддержке Российской академии пчеловодства и мужика, забывшего кошелек в такси Александра Фукса-младшего. Это что такое, а? Мы вроде на «Бэтмена» пришли. Может, это трейлер? Да? Если это трейлер, это значит самый ублюдский трейлер из всех, что я видел. Основано на реальных событиях, произошедших во сне Александра Фукса. Я извиняюсь, это 9-й зал? Да вроде 9-й. А какого? Я не пойму вообще, что происходит. Переключите, кто это ставит? Кто это включил вообще? Мы на другой фильм пришли. Кто тут есть? Фильм снят в рамках необъявленной войны с Ларсом фон Триером. Да вы что, издеваетесь, что ли? Бэтмена включите! Над сценарием этого фильма работал кондиционер. Голая женщина рисует одетого мужчину. Что это за бред вообще? «Аквария. История засохшей любви». Штат Юта. Наши дни где-то в районе Химок. Так, все, я пошла. Отсюда не соберусь это смотреть. Секунду, секунду. Молодые люди, секундочку, пожалуйста. Подождите, секундочку, пожалуйста. Я попрошу ваше внимание, пожалуйста, немножечко, пожалуйста, не надо. Присядьте, пожалуйста, я сейчас все быстренько объясню. Пожалуйста, присядьте, ну, молодые что люди. Происходит? Кто такой? А, пожалуйста, присядьте, присядьте, я сейчас объясню. Я сейчас все объясню, пожалуйста, присядьте. Я вас рад приветствовать, я рад познакомиться. Меня зовут Александр Фукс, я являюсь режиссером этой прекрасной картины. Этого замечательного шедевра. И я вас всех сердечно поздравляю с тем, что вы сейчас находитесь на ежегодном международном фестивале независимого кино «Подольские зори». Послушайте, спасибо большое. Презентация или что это, я не знаю. Но нам это не интересно. Я бы в жизни не пришла на фестиваль. Абсолютно. Пожалуйста, подождите, я даже больше скажу. Никто бы не пришел. Не то что вы, никто бы не пришел. Поэтому в этом году мы решили провести наш фестиваль во время сеанса «Бэтмена». И никому не сказали об этом. Естественно. Зачем нам вас об этом предупреждать? Вот зачем? В этом году благодаря вам у нас аншлаг. Спасибо. Пожалуйста, секунду, внимание, пожалуйста. Я сейчас, ребята, пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Я сейчас вам приведу один пример из жизни, и вы просто настолько удивитесь, что будете аплодировать, вот как сейчас стоите, так и будете аплодировать. Только сначала сядьте. Один пример из жизни. Один пример из жизни, и вы поймете, насколько все просто и насколько все это гениально. Один пример из жизни. Людям нужен хлеб. Он же нужен людям, хлеб. И? Да. Ну, вы согласны? Конечно. Да. Пожалуйста, поддерживайте. Людям, людям нужен хлеб. Кошке нужна ласка. Кошке нужно гладить. Соответственно, кошке нужна... Ласка, давайте быстрее, ну. Комарик нуждается в крови. Чтобы выжить, чтобы прожить этот день, ему нужна кровь. Он... Комарику нужна кровь. Так и фильму нужен зритель. Ах, вот вы к чему! Вы нормальные вообще? Понятно, это что? Послушайте, пожалуйста, я так стараюсь. Неужели вам вот сложно сейчас уделить частичку своего времени и посмотреть этот фильм? Люди старались, всю ночь снимали, придумывали, чтобы вам показать. Неужели нельзя просто посидеть и посмотреть? Чуть-чуть. Да нам не важно, мы пришли на Бэтмена. Нам пришли на другой фильм. Друзья, друзья, а может быть действительно посмотрим этот российский фильм, а? Вот мужчина, молодец. Ну правда, ну сколько можно смотреть эти голливудские пустышки, которые прививают нам американские ценности, которые вынимают из наших карманов наши деньги и отдают этим зарубежным продюсерам, которые накупят кокаин, нанюхаются его и снимают вторые части этих пустышек. Не говорите. Вы кто такой, я извиняюсь?
Я Николай Тарабукин. Оператор фильма Николай Тарабукин. Понятно, что ли? Ну ты видишь какая-то вообще. Конечно. Дайте пройти. Все, пойдемте, пойдемте. Нет, пойдем. Все, я отсюда теперь точно никуда не. Вот, вот! Что значит? Патриотическая речь Николая Тарабукина все-таки подействовала на эту женщину. Вот бьюсь об заклад, что в этом году едете отдыхать в Крым, правильно? Я никуда не уйду, пока вы не вернете деньги за билет. Хорошо. А, кстати, еще... да, что верните деньги. Да. Что касается, подожди, да. Женщина, сядьте на место. Хорошо, смотрите, я возвращаю вам ваши деньги при условии, что если вы досмотрите этот фильм до конца. Да ни за что, мы не будем досматривать эту ересь до конца. Надо, подождите, граждане. Давайте так, досмотрим этот фильм, заберем деньги и пойдем домой. Вот, вот, умное решение, хотя он выглядит тупее вас всех. Смотрите, я вот... Короче, ладно, давайте, 5 минут, 10, сколько минут, давайте. 8. 8 минут, нормально, да. Сейчас посмотрим. 8 часов. Вы хотите, чтобы мы 8 часов сидели это смотрели? Это 8 часов. Это режиссерская версия. Ну поставьте нормальную. Нету, нормально. Я снимал сразу режиссерскую версию. Я же режиссер. Слушайте, никакие 500 рублей не стоит этого. Постойте, мадамчик, подождите секундочку. Ладно, хорошо, хорошо. Хорошо. Вам нужны аргументы? Хорошо, сейчас. Заходите. Вот полюбуйтесь. А, это не вы, не вы. Пойдемте, все, пойдемте. Спасибо. Так, уважаемые дамы и господа, садитесь на места, отсюда никто никуда не уйдет. Вы что, бандита натравили на нас? Вы охренеете, кто это? Нет, мой фильм следующий, садитесь. В смысле при фильм следующий? При всем уважении, но в прямом смысле, хотим... это же фестиваль, мой фильм пойдет мы следующий. Мы не нет, поймите, на это. Сядьте нахрен на места, я сказал! Вот оно надо было вот так, а? Свет погаси! Зачем доводить? Приятного просмотра вам. Я, короче, пойду пока свой фильм сниму, а тебя с премьерой, братец. Спасибо, родной. Давай. Вот это, кстати, ее муж. Он в конце умирает. А мы успели это снять. Сегодня вновь с вами Галя Хэдмэй со своим эксклюзивным бьюти-блогом. Итак, в Фейсбуке и Твиттере накопилось очень много вопросиков от вас, и сейчас я на них отвечу. Первый вопрос Ангел83 спрашивает. Галя, что главное в человеке, внешность или его внутренний мир? Понимаешь, Ангел? Это как пирожок с вишней. Пока не откусишь, не узнаешь, что он с вишней. Но если ты не нашел его на улице, а если ты его покупаешь в магазине, ты говоришь, дайте пирожок с вишней. Вот так и в жизни. Так, дальше. Даня Фэшн пишет, твой блог полная... Я знаю, что это полная провокация, и я не буду отвечать грубостью на грубость. Просто гори в аду... Тамбурная! Все, я не думала, что сегодня будет вот так вот, very hard. Поэтому я заканчиваю, я устала. Котятки, подписывайтесь на мои блоги о красоте, о мужчинах, на мой фитоблог, фэшн-блог, блог о звездах, блог об отношениях России и Украины. Ставьте лайки. Этим интернетом своим хоть поешь нормально. Ой, ма, не начинай! Доча, 9 класс закончился. 4 года назад закончился, доча. Надо что-то делать уже. Я и так все делаю, понятно? Я собираюсь, между прочим, на форум блогеров в Торонто, в Канаду. Знаешь, где Канада, а? Угу. Показать тебе карту. А что ты так далеко сразу? Подожди, начни с коротких дистанций. Давай в магазин за хлебушком сходишь. Лол, это жесть вообще. Если ты хотя бы немножко занималась моей жизнью, ты бы знала, что я не ем хлеб. Я, веган,
Б. Русофобка. С. Нервотрепина ты. Понятно? Вот тут отец с тобой и разговаривает. Ага. Дорогая, я дома. Ну чё ты, жопка моя? Все сидишь, клацаешь вот это свои кнопки. Жопка, это ваша с мамой жизнь. Видел? Вот, поговори с ней, девки. 19 лет, ей ничего не надо. Ни учебы, ни работы. Ничего не интересно этому ребенку. Здоровому ребенку. Да хватит, да хорош. Все, вали отсюда. Я не хочу тебя слушать. Тихо. Папка пришел с работы, папка уставший. А я не устаю здесь. Можно подумать, это ты целыми днями стоишь в этом супермаркете, елки-палки. Тоже мне работа, шоколадки охранять. что ты делаешь? Шоколадки охраняет кассир. А мое дело зал. Завтра же пойдешь и будешь искать себе работу. Ага. Деловая. Колени разобью прям. Все, не надо, папка придумал все. Папка придумал. Кассиром пойдешь работать. Вот это работа. Да. Наша кассирша Оксанка вставала и об стенд с сигаретами голову разбила. Ой, бедная. Считать разучилась, представляешь? Я, короче, с ней поговорю, если она заговорит. Я не пойду работать кассиром. Я буду работать в интернете, потому что я там получаю 18 раз больше всех вас вместе взятых. А я говорю, она все мозги про ультрафиолетило тебе монитором. Может, успокоишься и пойдешь дверь откроешь. А ты не разговаривай так с матерью. Па, открой дверь, короче. Хорошо, жопка моя, сейчас. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Мирэлектроники.ру. Это моя. Что там, сколько? 128 тысяч рублей. Ой, сколько? Да мы такие деньги, отродясь них. Смотрите, это значит, Ты посмотри, доча. Хорошо живете. Подпись поставьте, пожалуйста, здесь, что товар приняли. Ага, спасибо. Галя Хендмейд. Да ладно. Вы Галя Хендмейд, что ли? Реально? Да ладно? Да ладно? Я расскажу, не поверит, реально. Жена же, у меня жена ваша фанатка, реально. Па, проводи я человека. Я все ваши блоги смотрю, фэшн-блог, фито-блог. А ну-ка пошел с магазина, в смысле с квартиры. Вы реально давай, очень крутая. Пошел отсюда, пошел. Удачки вам. Доча, а такие деньжища откуда? Ты что, наркотиками торгуешь? Ты понимаешь, с кем ты связываешься? Что это за люди? Ты понимаешь, эти деньги, они не стоят того. Куда ты лезешь, доча? Ты понимаешь, что так, это? Так, подожди, я понял. Это интернет, это деньги. Рунетка она. А что еще за рунетка? Что я тебе сейчас объясню, что это за рунетка. Сидит вот в эту камеру, титьки свои показывает. Ой, батя! Мужики заходят в интернет, смс-ку отправляют, 40 рублей уходит. Видео пришло, 2 минуты смотришь, хоп, блокируется, ты еще смс-ку отправляешь. И так, пока все деньги вот это не отправишь, а я до тебя дозвониться потом не могу. Ой, господи, я популярный блогер, Галя Хэдмэн, понимаешь? Точно рунетка. Доча, слушай, ну ладно, такие деньжища. Ты, короче, если, ну, ты все это делай, ладно, ага. Да? Ты, главное, фамилию свою не называй, ладно? Да, не показывай, я птички! Слушай, лицо никто не смотрит. Все нормально, давай, не будем отвлекать. Аккуратней, я тебя умоляю. Вы гоните, реально, честное слово. А вот так вот делаешь? Вот так делай, будет вкуснее, будет красиво. Да идите отсюда! Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица! Извините, ради бога. Просто живу с идиоткой. Бывает. На чем мы там остановились? А вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение.
а впоследствии организовали свадьбу. Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? А мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я. Ага. Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. Ну, преимущественно ее, конечно, но это немало... Извините, пожалуйста. Алло, Катя, что ты мне звонишь опять? Да работает пульт, работает! В отличие от тебя, ты ленивая! Тысячи извинений. А значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра, песня «Stranger in the Night». Логично, да. «Stranger in да. the Night». Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались. Вы целовались? Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно. Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там, подъезд? Корчма? Чердак? Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло. Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку. Да какой нахрен я первый положила? Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится? Идея с романтическим предложением. Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что ну, она-то от меня романтики точно не ожидает. Да? Потому что я же специально себя веду с ней грубо, специально. Чтобы она, да, не подумала, что я романтик мягкотел, и что из меня можно веревочки видеть. Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там свечи, торт, может быть, какая-то... Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая. Че ты мне звонишь, свинина тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала! Пуньк. Так, чтобы... Давайте по цветам, наверное, договоримся. А будут цветы? Конечно. Это же романтическое предложение. Для бусинки, я да, понимаю. Да. Пусть это будут орхидеи. Цветы, любви. Извините, пожалуйста, мы так никогда до ангелочков не дойдем на коробочке с кольцами. Да ладно, мне-то что. Алло? Это вас? Алло? Да как ты это делаешь все время? Ты где? Урод! Как ты меня нашла? А не надо геолокации ставить над своей убогой селфи-рожей! Чё, не можешь пройти мимо зеркала? А ты не можешь пройти мимо холодильника! Щеки отожрала больше титек! Не нравятся мои титки, сегодня вечером будешь свои трогать! Да чё ты вообще припёрлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать! Да я припёрлась, потому что соскучилась за тобой, урод! Да я тоже по тебе скучаю, дура! Хочешь меня, скотина? Вообще не могу! Давай, прямо здесь! Так, тихо, 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 спокойно, спокойно. Извините, пожалуйста, но я как бы здесь. Ладно, до дома потерпим. До машины! До лифта! Я там видела кладовку, может, пойдем? Пошли, глазастая, конечно. Ненавижу. Когда мы вальс будем танцевать, чтоб лепестки роз на нас падали. Я вот как вас двоих увидел сейчас вместе, я лепестки сразу записал. Вот и хорошо, вот и хорошо. Шевели своей толстой жопой, быстро. Иду.
Да, нет. Я не приеду сегодня на работу. Дома останусь. И чё, что ты директор? Директор. Еще раз мне позвонишь, будешь с вилкой в щеке, директор. Понял? Давай. Здравствуйте, уважаемые посетители. Рады приветствовать вас в нашем мебельном гипермаркете. Хороших вам покупок. Угу. Любимая. Все, давай, 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 вставай. Магазин уже открыли, давай. Да не трогай ты меня. Мы долго будем жить в этой Икее, скажи мне. Ну потерпи, пожалуйста, немножко. Ну мы же как-то протянули 11 месяцев и 29 дней. Год. Говори год. 2016. Ты придурок такой. Мы когда будем в нормальных условиях жить? Ну, маленькая моя, ну мы же деньги вложили, мы ждем, пока квартира достроится. Въедем в нашу роскошную квартиру. Да ты что, правда? Да. А я туда ездила. Там ни хрена ничего не строится. Узбеки только в бетономешалке плов готовят, сидят, едят. Ты преувеличиваешь. Вот, вот, директор мне этой строительной фирмы в WhatsApp аудиосообщение скинул. Послушай, сказал, что все нормально. Послушай. Эй, все нормально. Вот смысл ему врать, скажи, смысл? Слушай, ты нормальный вообще, а? Ты с ним где познакомился, с этим директором? В крошке картошки? На салфетке договор подписали? Ты вообще нормальный? Ты кому деньги отдал? Дебила кусок. Владелец автомобиля Lexus с государственными номерами Ольга 777 Ольга, Ольга, просьба подойти на стоянку. Сейчас, моя, пойду отгоню. Очень смешно. Прям молодец. Прям. Ну чё ты? Ну смех же жизнь продлевает, ну в самом деле. Чувствую, моя солнышко хочет выйти погулять. Пойдем погуляем. Отвали от меня. В прошлый раз пошли гулять, кто-то наше одеяло купил. Не, я буду тут. Слушай, многие мечтают о такой жизни. Кто? Ну, дядя мой. Племянник. Бомжи. Я не пойму, что ты их разделяешь все время, а? Я извиняюсь. О, молодой да. человек, вы мне не поможете, да. а то я прям... Не материтесь, давайте, все, да. говорите. Мне нужно бендиги, бендиги, грунталь и шлюфасинблюль. Смотрите, бендиги — это торшер, это водили светильников. Грунталь — это детская игрушка в виде брокколи, это детский отдел. А, шлюф, мать, уазинблюль. Это раковина, в самом-самом начале. В самом? Да. Спасибо. Хрена себе ты поднатягался в этих названиях. Да я, если честно, наобум сказал. Просто самое главное уверенно говорить. Сейчас он уверенно придет назад и харю тебя набьет. Так. Посмотри мне в глаза. Посмотри. Что ты там видишь? Ушлепка. А чуть левее зрачка. Там уверенность в завтрашнем дне, понимаешь, любимая? У меня очень много планов. Я хочу заняться форелевым бизнесом. Чем? Форелевым бизнесом? Это вот такая идея. Я уже нашел яму. Осталось только, чтобы дождь 3 дня шел. А он обязательно пойдет. Я уже 17 лягушек убил. Ты правда идиот, честное слово. То ты собак этих пуделей завел, у меня все вещи в солюнях были. То ты этих барсуков начал откармливать для барсучьего жира. То на площади разрешал себя за деньги бить. Кстати, а чего ты отказался? Ведь... Хорошие же деньги зарабатывали, а? Да, хорошие времена были. Так, все, я собираю вещи, ухожу нахрен. Чё ну все, достала. Ну-ка села на жопу, я сказал. Куда ты пойдешь? Кто ты без меня, а? Это я тебя нашел, слышишь? Валялась там на помойке. С собаками за кость дралась. Чего? Я просто хочу еще открыть школу актерского мастерства. Ну правда, у меня очень много планов. Пошел. Ну подожди, ну. Все, Ну куда ты вещи берешь, это не наши. Ты что, выплатишь со своей жалкой зарплаты, придурок. Как меня достали твои эти 5-секундные истерики? 1, 2, 3, 4, 5. Давай, извиняюсь. Оля, Оля, ты что, реально ушла? Олечка, блин, ну любимая. Так, барсуки 2 штуки есть, кролики 9 штук есть, горилла 1 есть,
Лев где? Лев где? Где лев? Сторож! Сторож! Да блин, чё так плохо выгляжу? Сразу понятно, что я сторож. Может быть, я брокер или кризис-менеджер. Вот, РБК читаю, ногу на ногу закинул. Где лев, я тебя спрашиваю? Здесь не написано. Зауров, я знаю, что ты сторож. Знаете, да? Да. Где лев? Лев, лев, лев. Пу-пу-пу, лев. Лев, лев, не пу-пу-пу, а африканский. Ты что, вообще ничего не понимаешь? Попугаев чуть-чуть понимаю. Придурок, сейчас разъяренный хищник может бегать по городу. Да не переживайте, он же мимичный. Его первые полгода панды воспитывали. Придурок. Это что такое? Что это за корона из Бургер Кинга? Это я ему принес, он же все-таки царь зверей. Короче. Сейчас берем подушки, одеялом накрываем, как будто бы он спит. А чтоб наверняка, короче, сделаем хвост ему из шланга и шапки бомбон срежем, пришлем сюда, понял? Отпусти меня! Не ешь меня, я несъедобный! Что, псих, что ли? Добрый день. Прошу прощения, я просто с животными работаю, у меня уже рефлекс. Мне просто один раз жираф схватил и как засосал. И чё? В смысле, чё, у него язык 1.5 метра? Ну, чтоб ты понимал, вот 1.5 метра вот так тебя заходит. И сюда в рот пошёл. Дурак, что ли? Убери свои грязные лапы. Где лев, я вас спрашиваю? Чё, может, скажем ему правду? Да ты чё, гонишь, что ли? А чё, вот так всю жизнь будем от него скрывать? Да не надо, я тебе говорю. Я расскажу. Ну, рассказывай. Давай. Короче, мы не знаем, где лев. Реально не знаем. Ну, вот знали, сказали. Не знаю, честно, серьезно. Вот на самом деле. Чё, вообще кретины, что ли? Как вы можете не знать, где лев? Я сейчас объясню. Мы, короче, в час ночи шли бухать, смотрим, лев на месте, мы пошли дальше. Куда вы шли? Бухать. Вы что, бухаете на работе, что ли? Че, еще спрашиваете? Конечно, бухаем. Нам по 35 лет, мы вот зверей охраняем и какашки за игуаной убираем. Если мы отрезвеем, мы уволимся отсюда к чертовой матери. Послушай, так. Вы идиоты совсем, что ли? Вы с ума сошли? А где эти зоосутенеры? Где эти звероменчендайзеры? Где эти животные... Хрен с ним, третий не придумал. Вот они, красавцы, подожди, молодцы какие. Вы кто, мужчина? Я царь зверей. Вот кто? Они. Кто? Что, кто? Я только что завалил льва. Я занимаю его должность, царь зверей. Вполне могу так представляться теперь везде. Вы убили льва? Слушайте, вы так удивляетесь, как будто я за это вчера этим двоим не заплатил. Вы что, продали льва? Ну а что мы могли сделать? У него было ружье, деньги и бухло. Честно говоря, ружья и денег не было. Ты что, решил теперь всегда правду говорить, что не получилось? Все под Богом ходим. Правду надо говорить. Вы что, бараны, что ли, а? Раз вы такие бараны, идите сядьте в клетку к баранам. Там же бараны. Откройте ее, двух вытащите и сядьте вместо них. Бараны. Да ради Бога. Пошли. Куда вы? Вообще бараны, что ли, а? Вы понимаете, что это уголовное преступление, убивать животных из-за... Ладно, 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 я пошутил, что ты такой прям этот... Пошутил я, ну, не догнал я его, понимаешь? Не догнал. Вы понимаете, что этот лев занесен в Красную книгу? И что? Всего 10 таких осталось, все. Ну, их все равно осталось 10, просто один не у вас. Надо его срочно найти. Да не надо никого искать, пусть бегает себе. Нужно найти другое, нужно найти новую мишень, ребята. Короче, можно взять вон того жирафа. Так. Его как раз издалека видно. И хедшот обеспечить. Не, это слишком легко и просто. Потом что делать мне целый день? Не, ну если интересует лев, есть еще морской. Не хочу мочиться, нет. Это нельзя все... убивать животных из зоопарка. А что тогда делать, скажи мне? Вот предложи мне, что мне делать, скажи, в этом скучном, блин, городе. Что мне, пойти на бильярде поиграть? Пиво пролить на сукно, потом переживать? О, как, сколько там шрафов, интересно. Или что мне делать? Боулинг можешь пойти покатать, а? Забыть переобуться и в этой обуви домой прийти. Что мне делать? Скажи мне, может быть, мне по воскресеньям всей семьей приходить в этот огромный торговый центр и на верхнем этаже на коньках покататься? Что мне делать? Я вот просто не знаю, что делают люди, у которых, ну, прям не до хрена денег, но немножко есть, хотелось бы потратить. Вот что делать, скажи мне? М? Ты так говоришь, как будто тебе 2 миллиона не нужны. Сколько? Сколько? Ну, приблизительно вот столько. А если в рублях, то... Ребята, подсобите, я сейчас покажу. Давай. Точно. Да. Не надо, не надо, не надо. Я понял, что много.
Скажите, пожалуйста, а вас принципиально интересуют хищные животные? А что, есть другие варианты, что ли, какие-то? Да есть тут пару баранов. Один обыкновенный, другой горный. Не, вот сейчас уже обидно было. Слушайте, вот у меня сразу была идея пострелять в людей, блин. Меня еще никогда не убивали. Вот дебилы, можно я, пожалуйста, сразу же? Подождите, давайте договоримся так, да? Значит, вы стреляете в уродливого, а я... Нахрен, запутаемся. Давайте, короче, вы в одного, а я во второго. Хорошо. Да. Подожди, я сейчас не попаду. Здравствуйте, разрешите обратиться? Вы алкаш? Чего? Ну, тут надо объяснить. Дело в том, что мы в поисковой строке вбили «напиться вдрызг». И Google Map выдал нам геолокацию вот этой вот скамеечки. Да. Из того, что ты сейчас тут начирикал, я понял только «напиться вдрызг». Именно это нам и нужно. Да. Вы что, нашвыряться хотите, что ли? Ну, мы дринкеры. Да. Я, наверное, повторюсь, кто? Ладно, здесь надо объяснить. Дело в том, что сейчас среди молодежи очень популярны всяческие субкультуры. Да, там хипстеры, гики, готы. Вот мы тоже думали, чем бы нам заняться. Воркаут — это физически сложно для нас. Наркотики — это мало того, что физически сложно, еще и дорого. Да, поэтому мы решили создать свое движение. Новое абсолютно движение. Вот так мы и стали дринкерами. Да, мы дринкеры, те, кто любит закинуть за воротник. Обитатели дна стакана, это мы. Да, мы из тех, кто приходит домой на бровях. О, я понял. Да. Любите поддать, да? Да, совершенно верно. Точку. Дринкер, по-английски бухать, дринк. Да, но нам нужен вожак, вы понимаете? Нам нужен, ну, лидер. Вот ваша кандидатура прям идеально нам подходит. Да, вы идеально подходите, честное слово. А чё я? Вы же профессионал. Научите нас. Просто это еще пока молодое субкультурное движение. Да. Есть отдельные маленькие очаги по всей стране, а мы хотим их объединить. А объединить? Объединить — это хорошо, потому что у нас же в городе как? Людей объединяют в группы только стаканы КВН. Да, у нас даже, вот смотрите, есть дизайнерский проект площадки для дринкинга. Да, смотрите. Вот это вот детская площадка, воркаут, а вот площадка для дринкинга. По углам тазики, видите? Вот здесь в дереве встроен писсуар. А дорожки прорезиненные нужны. А и зачем? Ну, асфальтная болезнь. А, блин, на поверхности же... Ну, а, да. Понятно. А, ну и яблонька! А яблонька зачем? Ну, как... треснул и... Вот видите, вы профессионал. Вот такого человека нам не хватает. Да, научите нас, пожалуйста. Пожалуйста. Ладно, так и быть. Научу. Доставай. У нас даже есть по этому поводу, смотрите. Да, вот, смотрите. Не-не-не-не, хлопцы, я шампунь с 98-го не пью. Да это не шампунь, это вермут. Его если смешать с соком, то будет очень вкусненько. Да? Я что, похож на человека, которому нужно, чтобы было вкусненько? Главное, чтобы было реалистичненько. Учитесь, молодежь. Доброго дня. Мне, как обычно, и стаканчики. Да. Дайте, пожалуйста. И в тетрадочку запишите. Ага. А, не-не-не, секунду. Есть 30 рублей. Да, конечно. Ну, так сказать, на обучающий урок, ага. Да-да-да. И в тетрадку запишите. Да. Ну, хлопцы, а ну давай, хватай стаканы, держи. Оп, ну давай. По капочке, здесь вот сначала по капочке. Давай. Итак, готовы? Давай, значит, стаканчик взяли, пальчик оттопырили. Здесь 90 градусов, чтобы плечико немножко затекало. Так, значит, так, посмотрели туда, дети не смотрят. Посмотрели налево, ментов нет. И медленно в себя, прям как молоко матери, гребинку оттопырили немножко, чтобы... и пошел. Так, стоп! Поставили стакан. Что случилось? Нельзя так! Нельзя, понимаете? Мы же забыли основы, фундамента всего забыли, дринкинга, понимаете? Повода нет! Повод, конечно! А что у нас? У нас сегодня только
Я не знаю. А, День краснодеревщика. Пойдет. Пойдет, да? Конечно, конечно. Значит, так, все помню, да, здесь 90 градусов, туда посмотрели, ментов нет. И медленно в себя прямо. Вот скажите, вот мы сейчас бах и сразу в запой? Хотелось бы, но нет. Понимаете, для запоя нужно какое-то более весомое событие. Я не знаю, там, с работы уволили, жена бросила, пару тысяч на асфальте нашел. А это так, для тонуса, для разминки, для профилактики. А скажите, а вот сколиоз подтвердился, это запоеобразующее событие? Естественно! Я сегодня хлам. Ну тогда чё мы ее греем, а? Молодец, блин. Это у меня от бати. Ну, бати, привет. Ну, давай, хлопцы, увидимся там, как говорится, с Богом. Подождите, а если я атеист, то я пропускаю, да? Или не обращать на это внимания? Сука, как с вами тяжело. Давайте, просто будем. Чё, скотобаза, жрёшь? Когда ты нажрёшься уже, а? Люба, а ты... я, значит, должна сумяки сама с магазина тягать, да? Люба, ты что не видишь, у меня факультатив. Вы посмотрите. Грустное лицо, усталый взгляд. Платье из Ашана. Это же баба Дринкера. Это баба Дринкера? Баба Дринкера. А скажите, а чем вы его сейчас будете? Скалкой или сковородкой носить? А он же вам может сдачу дать. Можно я вам в торец протащу вместо него? Можно? Да, да, пусть он вам протащит. Это же дрингерская тема, это же прям наша, да? Интересно, девки пляшут. Можно? Ну давай, коль так, только надо сумки взять сначала. Так. Как ты говоришь, в торец, да? Да. Че, ответка нет? Никак, да? Через 10 минут дома ты мне лампочки обещал поменять. Так. Дринкер, на меня. Давай, пошли. Паразиты такие. А чё это ты на работу опаздываешь, а? А я не понял, что-то случилось, что ли? Случилось! Ну-ка, дай-ка я угадаю. Я с обеда на работу опоздал? Угадал! Ну, в том-то и дело. Я бы на твоем месте не был бы таким спокойным. Потому что у нас на районе в любой момент может произойти какое-нибудь страшное преступление. Ой, Саня, ну что ты вот несёшь? Самое страшное преступление, которое мы с тобой раскрыли, это мы когда хозяина ларька слатошили за то, что он после 11 продавал. И то, если б я последние 5 лет там него не брал, мы бы и не нашли бы его никогда. А я не буду плакать и нюни распускать, а пойду займусь полезным делом. Да, мне тоже чаю сделай. Здрасте, можно к вам? Здрасте, можно к вам. Значит, у нас образцово-показательный дом. Преступление века, в общем, честное слово. Дом чистенький, облагороженный, ничего не скажешь, конечно. Но, как говорится, в семье не без Петровок с квартирой 29. Понимаете? Это же сил никаких нет. Это ж днем и ночью, днем и ночью. Вы не представляете, что творится. У них там за стенкой лает собака. Женщина. А вы, случайно, не знаете, у ваших в этих вот Петровых за стенкой по ночам рыбки не плавают? Рыбки? Нет, про рыбок не знаю. Знаю про собаку, про вот эту вот собаку, которая гавкает и гавкает и гавкает, да? А вы знаете, что они ее выгуливают без намордника? Батюшки! Без намордника. Женщина, да, наверное, жертв-то сотни, да? Надо звонить, аэропорты перекрывать. Подождите, подождите. Нет, жертв пока нет. Ну не факт же, что они будут, потому что она же зараза. Она же кусачая, понимаете? Он пришел в магазин, ее привязал. Я вот так подхожу, говорю, тебе стоишь, зараза такая.
И она гав за ногу. Она же может так кого-то вообще растерзать на куски. Понимаете? Понимаю. Так это же еще не все. Это же еще не все. Это ж... А я ж, думаете, по одному делу пришла? Я ж пришла из-за этих, как их, недолюди эти. Дети! Они ж выходят и по гаражам прыгают. Это бум-бум-бум, бум-бум-бум. Хоть бы один мимо прыгнул. Нет. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Это сил никаких нет, понимаете? Женщина, знаете, что я понял? Что? А вы ведь действительно неадекватный человек. Потому что о таких вещах сразу надо было рассказывать. Это не преступление, это конец света, женщина. А я думала, по нарастающей все вам... Так, подождите, что делать? Сколько их там народу? Их там пятеро, а один ветрянкой болит. Да, значит, два рожка с собой возьму. Так, я с вами? Конечно. А мне оружие? А, у меня баллончик есть. Хорошо, будете прикрывать. Сейчас мы их вот отправим, там они будут прыгать, да? Подождите. Так это ж еще не самое страшное. Что может быть страшнее, чем играющие дети? Что может быть страшнее? Бомжи в подъезде! Вы знаете, что они делают в подъезде? Бомбу! Нет, да при чем здесь бомба? Они писают. На бомбу! Я поняла. Я, знаете, буду жаловаться. Жалуйтесь. Я буду жаловаться. Это, знаете, не милиция. А полиция, нас переименовали. Дурдом внутри. Серега, ты пока тут сидел, знаешь, что у нас на районе случилось? Че? У нас на районе произошло убийство. Сань, ты сейчас не угораешь? Да клянусь я! Да ну наконец-то, Сашок! Наконец-то! Это наше дело! Вот. Не зря 6 лет учились! А! Да, я тебе сейчас тебе капитанские эти звезды посыпятся на погоны, блин! Не только тебе! Зацепки, зацепки мне! Смотри, значит, жена поссорилась с мужем и убила его. Жена убила мужа, да? Ну, это хоть трезвые они были? Да нет, наоборот. Как раз таки пьяный в стельку. Кто бы мог подумать. Ну, хоть, я не знаю, семья приличная была. Алкаши. Не олигархи, не нефтяники, да, алкаши. Ну, она его из автомата Томпсона расстреляла. Нет, сковородка огрела его. Наглухо, да? Да. Ну, видимо, все это из-за наследства произошло, да? Из-за шпрот. Не поделили. Все, это все, это финиш. Это последняя капля терпения, понимаете? Это что ж такое происходит, а? Куда органы ваши смотрят только, а? Я сейчас прихожу, представляете, домой. В лифте написано «Галина». Все, все. Это все, это просто капздец. Вот так я могу сказать. А в чем претензия-то? Да я не... Вы понимаете? И что самое обидное? Галина с маленькой буквы. С большой. Это ужас. Знаете что, женщина, а вот это я уже мимо своих ушей пропустить не могу. Правда? Сейчас мы его поймаем, этого преступника. Да вы что, правда? Я уже придумал как. Ух ты! Значит, первый вот спасибо Абрамов. Абрамов, давайте, Абрамов, знакомая фамилия. Где-то, может, с 26-го дома, может. Это ты написал в подъезде, Галина. Так, что он говорит? Нет. Нет, да? Ладно, извиняй. Ладно. Это не Абрамов. Не Абрамов. Значит, да. Ну ничего, мы его найдем. Список сужается. Поймаем, да. Надо, следующий у нас... Надо аэропорты перекрыть. Да, перекроем, сейчас. Следующий Аванесян. Ага. Там список у нас какой? Большой? Нет? Большой тут, весь поселок телефонной книги. Я понимаю, я понимаю. Я жаловаться буду. Я дойду, до куда надо. А я ходить люблю. А вам и полезно. Ага. Это не полиция, это дурдом какой-то. Это полиция, там на двери буковками написано, женщина.